Сегодняшние конфликты, они связаны с тем, что человечество живет в эпоху глобализации, когда, в общем-то, мы знаем все, что происходит в любой точке мира, и можем узнать буквально там через средства коммуникации, буквально за несколько секунд. И это означает, что не только произошла экономическая глобализация, не только как бы сдвинулось там как бы вот место, пространство, но сдвинулось еще и время. Потому что мы оказались фактически такого в мировом общежитии с теми людьми, у которых совершенно другие представления о том, как вообще должен быть устроен мир.